А что ты в Малую Гвардию поехал? А потому что я играю по одному и тому же сценарию. Этот сценарий называется «Развал кабин». Неважно на каком танке. ДТХом. Тан-тан-тан-тан-тан. Хорошо, мне нарезно говорил, что нужно ехать в Малый Город. Я поеду в Малый Город. Договорились. Хорошо смотреть твои стримы без мата, сестренка. Ей 36 годиков. Пойдет. Татьяна, здравствуйте. Не пробьешь еще, здравствуйте. Вот это интересное, здравствуйте. Или поздно как. Меня жизнь к такому не готовила, но я скинулся. Хорош. Жесткий. У нас сегодня вообще лютый стрим получается вот по этой теме. По поддержке зрителей. Это прям сильно. Спасибо, не пробьешь. А где ты в чатике? Дай, может, я посмотрю на тебя в чатике еще. Там у грани жесткая арена. С кем? Против кого? Но еще проблема в том, что у меня нифига ничего нету вообще. Ничего нету. И насколько жесткая. Мне кажется, немножко фигней страдаю. С Ангелиной? А. Аматару там есть? В этой арене помогает? Тебя услышал. Блин, сложный бой. Рискну уехать и попробовать, по крайней мере. 16к против 17к? У них там 16 тысяч на 17 тысяч или что? И ты про миллион, и дукат, здорово. Не знаю такого слова. Матару есть? И что вы хотите? Что вы хотите? Стримеры валерунцы. Там все? Блин, я понял. Ладно, ща все будет. Так, друзья, если что, нужно небольшой перерывчик сделать технический. Дайте секундочку. Сколько там времени осталось? 4 минуты? Ну, грани чуть-чуть надо помочь. Если, конечно, трогу соизволит. Если не соизволит, то шансов мало. Нет, ров не дает. Так, ладно, пока в домиках засеемся. Секундочку. Ну давай. Нет, Рова не дает. Просто, ну, просто не дает. Понимаете, поэтому. С этим проблемки. Или там уже. А, 35 лямов? Я понял. Походу. Тут я никак уже не помогу, мне кажется. Ладно, тогда соболезнуем. Поджог, пожалуйста. Ага, я думал, он кормой стоит ко мне. Нифига он не кормой стоит. Саня К, спасибо большое. Сините нам оба на уфентрагер сделайте. Что, заруба на уфентрагер, у кого больше урона будет? Или что ты имеешь в виду? Я его не убил, серьезно? Да ну. До этого долетят снаряды? Не, не долетят.
Ну посмотрите, просто оба шотные. Вот сделать бы мне эти фраги, все, скорее всего, это будет мастер. Да, ну все. GG. Ярик, что? А то я за звездочками не понимаю немножко. А, что? Мастера взял? Тысяча 143. Чтобы вообще мастер не благодари? Ага, так точно. Отлично, наконец-то мы переходим на шестой уровень. Наконец-то. Блин, 108 выстрел, 89 попаданий, 66 пробитий. Чё-то как-то неожиданно на самом деле, но это потому, что я стрелял по всяким там шестым левелам.